Всем привет, я Лекс, мы продолжаем проходить Destiny 2. Эта серия, наверное, большая будет, я многое хотел уместить, сделать ее как бы для прохождения последней. Не, потом я буду все равно, конечно, выпускать видео попозже, как немного с другими играми подразберусь. Так, для разминки мы сначала, может, попробуем на лед пройти. А то я что-то это... не размялся. Сейчас посмотрим, насколько быстро мы попадем в него. Да, корабль у меня, конечно, совсем отстойный, но я мог бы передать другим персонажам. У меня есть там много кораблей. Их можно как в хранилище положить. А уже этим персонажем из хранилища взять. Но я все равно собираюсь, пройдя игру, удалить этого перса. Поэтому мне как по барабану, какой у него корабль. О, все, нашлись игроки. Ну давайте уж быстрее. Да у них такие же лыжи, блин, как у меня. Ну, одного, по крайней мере. Что, интересно, тоже варлок? Как и я. А, ну вот у того нормальный кораблик. Страж рвется в бой. Я не удивлен. Гейт, прошу. Эй, стоп, я не готов. Я для этого заново приготовил всякие штуки, графики, картинки. Стоит один раз сделать все как надо. Черт, забудь, просто забудь. Нам надо пробраться вглубь базы. Мне только к их сети подключиться. А, оказывается, сеть Зана отличается от сети Красного Легиона. Это хорошо или плохо? Это правда была вспышка в небе? Давайте не будем обсуждать, что там полетело в небо и кому скоро придет подкрепление. Ну, вылетай ты. О, спасибо. Ты, тут мне плюха прилетела. Так, что-то мне... Ага. Я не успеваю никого убивать. Так, бежим догонять, а то что-то... Получилось! Нас не разорвало на части! Да, порой только мечтает, чтобы не взорваться. Мечты до небес. Не понял, куда моя сила делась? Падал снайпер эти. Ладно, бежим. Мне до сих пор не удалось обнаружить Зана. Обычно кабал не прячутся. Не так уж он и прост. И пушки у него очень даже ничего. Эти так. Пушки убили слишком много хороших людей. Не пойми превратно, он заслуживает того, что готовит для него наша боевая группа. Исключений нет.
Так, где-то мы это уже видели. Да, забавная история вышла с Оробан. Кабал любит давать кораблям странные имена. Кажется, он назывался Арабас Виктура. Да, точно. Зан перебрался на место Тумуса, с которым ты покончил. Тот самый корабль. Короче, это я, который в предыдущем видео убивал Томаса этого. А это теперь вместо него босс какой-то другой пришел. Похожий. Мы снова на корабле. Зан должен быть совсем близко. Вы можете наткнуться на очень странное оружие. Не на какие-то там турели, а действительно странное оружие. Зана не видно. Этот лифт — единственный способ продвинуться вперед. Вперед и вверх. Перестань издеваться. Им нужно сосредоточиться. Лифт движется по горизонтали? Никакого толку от этих кабал. Зачем мне танк, правда, не поняла. Понятно, непонятно, ни хрена. Да, дальше я все равно не пройду. Так, надо догонять этих чертей, куда они там убежали. Так, взяли какую-то пистолетику. Титан, и охотник. В лифте был еще один танк. Гранату мне никак не вернется еще. Надо чуть за бадабум был. Наверх. Тогда я вон туда шел наверх. Крепость Ихиона. Ну да, тут немного в другую сторону бежим мы теперь. Тут как раз все три класса представлены. Титан, охотник и варлок. Sorry.
Куда делся шарик? Он тот, что ли, босс? Куда делся? Ты. Так, патроны кончаются. Переключимся тогда на другое немножко оружие. Какой-то он зеленый. Тебе пришел конец, да? Прикрывай нас. Прикрывай меня. А вообще, знаешь, прикрывай. Толпы. Жирный один. Куда ты скачешь? Чу-чу-чу-чу-чу. Так, соберем патрушки. Так. Вон, для пистолетка теперь есть патроны. Что там надо? Такой гранатомет веселенький. Так, где этот хренов урод? Бракузан, вова. Не добил. Тут что-то падла меня выцеливает. Так, он сейчас на башню залезет, оттуда будет пакости делать. Я же сказал. Блин, что патроны не дают вообще? Отберели. А вроде кто-то взял. Ну
молотильщиком забодал. Прячемся, наверное. Шкалу попортили. Все. Так тебе и надо, Зан. Да. Кажется, я вернулся в подходящий момент. Отличная работа, боевая группа. Спасибо, босс. Все прошло без сучка, без задоринки. Огнестрельных турелей. Не забудьте о сигнальных ракетах. Да. Но я говорю, я еще пока не разыгрался, ни хрена. Так, ну отправимся мы теперь на всемогущий. Начнем миссию. Блин, корабль мне вообще мой добивает, конечно. Больно такой хлам летающий. С какими-то подпорками, блин. Ну, что делать, что делать. Давай, уже полетели. Отряд завала окружил город и готов к наступлению. Но прежде всего мы должны обезвредить орудие. Так что жду твоего сигнала, напарник. Да, нехилая платформа летающая. Давай уже грузись, грузись. Так. Получилось. Мы на всемогущем. Отлично. Необходимо пробраться к центру корабля и обезвредить его боевой комплекс. Лучше всего следовать за потоком топлива. Так, куда нам? Да. Тут. А я откуда буду делать? Так, постреляли всех иродов. Болтает, да? Козлина, блин. Оружие уже активировано. Мы опоздали? Еще нет. Необходимо разорвать связь между всемогущим и солнцем до того, как он разрушит его магнитное поле. И мы услышим баба. Блин, не успел. Хедшот. Что там внизу? Кругом космос.
все, управляйся. Тут бочки-то интерес все расставляет, взрывающийся. Так, пушка, конечно, у меня прикольная, но не очень она мне нравится. Предвещает. Ну да, такой пупленькой я на хрен взорву корабль, конечно. Собачки. Ай-яй. Так, назад. Импочку. Что нам дали? Какое-то оружие. Вот. Баба. Кто-то у нас выцеливает. Импочку. Импочку. Черт, патроны кончились. А вон он, урод. Так, это зеленый револьвер моего. Супер заряд дали. Отлично. Зарядом веселее. Я думал, от мины, блин, а нет. Наши силы прибывают к городским стенам. Атака начнется по твоему сигналу. Будет сделано, командир. Переработки ископаемые. Тот туннель должен привести нас в сердце корабля. Ведь свинарник развели тут, блин. Что ты? Туннель завален. Тупик. Можно пробить путь буровыми машинами. Сейчас пробьем, значит. Ага. Хорош. Успокойся. Кажется, топливом Красному Легиону служит целая планета Меркурий. Хищническая эксплуатация Солнечной системы? А это впечатляет. Да, конечно, блин. Вот оно что, Михалыч. Он радиоактивен и нестабилен. Не стоит находиться рядом с ним слишком долго. Так, ящичек загрузили. Так, ну я как понял, сейчас толпы народа на нас хлынут. Пошли. Давайте, давайте. Мне больше вот эти вот гладиаторы не нравятся. Блин, поздновато. Ну, пучку. Ё-моё.
Вот откуда востока. Я сбоку зайду. Тебя приголубим. Варик, гранаты. Хрен в томате. Так. Шахты расчищены. Можно следовать за топливом к сердцу орудия. Все эти камни. Сложно поверить, что это одна из наших планет, раздробленная до состояния крошки. Завала. Команда на позиции у периметра города. У нас есть и другие планеты. Мы их не отдадим. Так точно. Приготовиться к тишине по всем каналам. Красный Легион не должен о нас знать. Страж, я готов на все, чтобы вернуть наш дом. Если мы больше не увидимся, знай, что я невероятно горжусь тобой. Мне это очень радует. Кто-то их скрывает, падла. Радиатор. Так. Ага, бочечка уже использованная. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Так, вон еще одна бочечка. На. Поплохело. Поплохело. Что ж, единственный путь к нашей цели лежит там. Солнечный дождик. Охренеть. Красиво, но нам туда идти надо. У нас получится. Держись в тени. В тени! Души, а я... Так, 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 так. Я шкала дополнится немножко. Что-то нам хера она дополнится. Так, а куда дальше? Подлюб. Кто там рычит, ты, твою бабушку? Я вроде в тени, вы чё? А им по хренам, да? Так, ну, тогда бежим. Так, передыхаем, бежим. Да. Так, тут надо сигануть. Так, а куда нам теперь?
туда. Вон уже ребята, демократы шагают. Так, бежим. Не, интересно, интересно. Что-то похожее было. Недавно я проходил Dead Space. Только там камни сыпались с неба. Ах вы, козлы. Так. Ай-яй-яй. Химическое оружие. Так. Не, мы сейчас кое-что посмотрим. У меня это автомат, это пистолет 265-261, винтовка разведчика, винтовка разведчика одинаково. Ничего ни с чем скрестить нельзя. Ты, а чё я в таких хожу, если такие есть? Блин, может так лучше сделаем, скрестим, вот. Ну, в принципе. Все. Это, конечно, не скрещивание, слияние называется, но мне так больше прикалывает. Наши пути расходятся, Страж. Ты знаешь, куда идти. Наша помощь тебе не нужна. Если мой путь оборвется сегодня, я уйду счастливой. Это Кора? А, вроде она. Давай, подходи. Блин, они гладиатор крепкие. Ах ты, патронов нету. Блин. Чуть-чуть. Архимандрит Терентий, блин. Ё-моё. Вон еще один. Так, все что ли полегли? Ни хрена. Но это ружо для этого не предназначено. Так, наверх. Но это я уже без сопливых тут догадался. Блин, цепь как у меня на лесопеде была в детстве. Чёрт. Да, марево из меня хреновый. Поэтому, наверное, я в марево не играю. Комитет по встрече. Так, пимпочка. Хедшот. Тут все, процесс налажен, как бы говорится. Как бы это говорится. Вот эти вот мне не очень нравятся. Пимпочка. А хедшот не вышло. Вышло. Так. Нахрен, пляжа. Пимпочка. Хедшот.
Сейчас. Эй, Хоторн говорит, что мы приближаемся к точке входа. И я не мастер прощальных сцен. Сделай то, что требуется. И смотри, там не помри. А то кто над моими шутками смеяться будет? Да шутки у тебя дурацкие, никто не будет. И мне не смешно. Так, это мне туда, что ли? Там народище ходит. Да. Видишь те трубы? С их помощью мы достигнем ядра орудия. Так, это какая-то перерабатывающая фабрика. Как в тире, блин. Но они впадло все равно подбирают. Окружают. Так, уже их подходят. Так, не дошли. Кто там? Да ё-моё. Ну, ладно, это все, конечно, классно, но надо вниз идти. Не, масштабы, конечно, тут в игре в этой сюда впечатляют, блин. Чего-чего, а масштабность тут... Какой жирный пришел. Ни хрена себе. Так, надо. Чем он-то так хреначит? Тут гауссовки, блин. Ага. Так, надо как бы это драпать отсюда нахер. Почему ты не взорвался? Потому что я ни хрена не попадаю. Ага, еще ослепляет. Ребята, демократы, я иду к вам. Что-то они меня расстроили, у меня целкость пропала. Пали туда, да, я тебя сзади буду обходить. Берите лучше. Нате. Хрен. Томате. Куда ускакал? Да, пижамку новую дали. В принципе, все, можно идти туда. Была не была. Было у них тут транспорт. Это, конечно, не транспорт, ни хрена. Средства доставки. Подогреватели, блин. Какой чайник попал, блин. Ай-яй-яй-яй, блин.
И куда я запрыгнул? Ну, Пивконер пьют. Перехватчики. Они что, хотят, чтобы мы все тут взорвали? Кто хотят они? Эх, парень, парень. Так, так, так. У-у-у, сколько у вас там? Так. Блин, так свой перехватчик расхреначивает. Так, кто там еще? Свеженький можно взять. Ты просто праздник какой-то, да. Теплообменники, выведи их из строя, и оружие перегреется. Один есть. Так. Один-то есть. Вот он второй. Ой, классно вообще. Очень классно, очень. Так, теплообменник мне надо. Закрылся. Ладно, пока этих наглых мужиков поубиваем. Давай, открывайся. Блин, а где-то здесь у ведра. Кто там по мне так моляет? Вот он у ведра, который. Черт, закрылся. Такой жирный вышел. Ну мы на такой телеге, так что нам похрен. Сколько у вас тут? Так, ну так, и надо остановить работу ведра. Чуть-чуть. Так, нахрен. Валим. Работу ведра останавливаем. Термоядерная батарея. С ее помощью мы перегреем резервуар. А я ее чуть не зажарил в жопу. За
Начинай атаку! Сейчас эти яйки зажарили бы. Дело сделано. Пора домой. Молодец, полковник. Какой это? Уже седьмой? Да, кому нужен свет, когда у тебя есть пернатый друг? Я прав? Ты знаешь, что я прав. Я прав. Полковник, это курица, блин. Это не петух. Я, конечно, в мифологии курей не очень разбираюсь. Ага. Да, в этой точке я установлю телепорт. Завалы и коры уже на своих позициях. Завала, мы на позиции. Как и мы. Икора, можешь начинать. Есть. Сейчас рванет. Почему я всех стражей нахожу на земле? Где Кейт? Если он следует плану, как раз там, где и должен быть. Мы поможем вам с Икорой подняться наверх. Так, новый план. Я займусь этим. А вы идите. Икора, Кейт на месте, я скоро буду. Удачи, страж. Ну так, теперь мы вступим в игру. Ну, давай. О, тут еще ролик. Гоу, враг атакует город. Всемогущий потерян. Потерян? Как это возможно? Уничтожен тем самым стражем, который как-то вернул себе силы и втоптал в грязь наши войска во всех уголках этой системы. Ты бы знал это, не теряй ты попусту время на общение с машиной и существом, которое якобы говорит с ней. Следи за Тоном, консул. За Тоном? Мы не можем достичь цели, захватить эту силу и освободить Кабал. Впервые за всю великую историю Красного Легиона крах! И все из-за тебя и твоих увлечений. Посмотри на своего странника, Домин. Клетка готова. Время пришло. Возьми то, что по праву твое.
Получи эту силу. Скажи мне, глашатай, чего еще хочет от меня странник? Гол, я говорю за странника. Но странник не говорит со мной. Хватит этой одержимости. Ты уже был избран не какой-то мертвой машиной, а мной. Я выбрал тебя, когда нашел тебя. Помни, кто ты, что ты. Ты же Кабал. Кабал не ждут милости. Ты возьмешь свет, исполнишь свою клятву и отомстишь за меня, как и обещал. Посмотри на меня, ученик. Посмотри! Вот такой мы телефильм поглядели. Давай уже игру начинаем. А то затаскую что-то. Что это с ним? Завала, мы вернулись и готовы. Мы вернулись, главное. Страж, ты еще с нами? Мы в порядке, но вот странник. Поэтому мы и здесь, чтобы остановить безумие. Мы с Икорой выдвигаемся в точку сбора. Кейт уже там. Перенесемся к страннику через телепорт Вексов. Если доберемся до него. Мы вас прикроем. С возвращением, Страж. Рада, что ты с нами. Красный Легион использует эти барьеры, чтобы заманить нас в ловушку. Я могу взломать сеть и отключить барьер на короткое время. Секунду. Так. Тут что-то эти народ какой-то, кроме меня, бегает. Плазменная винтовка. Короче. Ни хрена достойного больше нету. Тут и это. ПВП. Ой. Онлайн-зон, короче.
куда мне? Рога у нее. Как я и знала, нельзя доверять Кейду свою работу. Я все слышал, Пончо. Как у Тора прям, ой, у Локи были. Как вот реклама я видел. Фильмы то, что я особо не смотрю. Предпочитаю книги. Но видел. Локи с какими-то рогами. Здесь еще один барьер. Держись, я помогу. А, я думал, он негр какой-то. Патроны я не беру. Долго они со мной бежать будут? Или я? Да. Или я с ними? В следующий раз ты пойдешь чинить технику вексов под обстрелом. Не высовывайся, Кейт. Мы почти у цели. И что ты он сделал? Наверное, какой-то суперспособность или что? Больше какой-то. Мы с Икорой в точке сбора. Кейт все еще возится с телепортом. Я могу либо стрелять, либо чинить эту фиговину. Что-то одно. Потому что мне отстрелили руку. Кейт, нам нужен телепорт. Долго мы тут не продержимся. Они напирают. Страж, нам нужна твоя помощь. Странник. Гоул придумал, как выкачать свет. Другого объяснения я не вижу. Страж, мы должны остановить его. Если он получит свет, это конец. Че, сетевая зона кончилась? Я один остался. Ну, было весело, конечно. Прям хлоп нету. Блин. Ах ты, Аскарида, блин. Кобеля, не сшибли меня вниз. Если мы не выберемся отсюда живыми, знаете, для меня было честью сражаться вместе с вами. А ты падла. Если мы умрем, то хотя бы умрем в тени странника, мой друг. Мы вот-вот сдохнем, а ты все равно речи толкаешь. Так. Хрена себе забрался.
Так, не, сюда. О, ребята. Бабах. Так. Тут хочешь не хочешь, надо допрыгивать. Хрена себе, яма там. Да. Так, кто там? Классно. Взрывается прикольно. Эй, не стреляй! Страж, мы не сможем телепортироваться. Надежда только на тебя. Спаси странника. Спасибо за доверие. Страннику тебе уже не подобраться. Не теряй мужество ради всех нас. Охренеть. Кто у них? Домик был у собачек. Я его расхреначил. Ну ладно. Проходим. Странник, мы почти на месте. Так. Это меня забубенило. Бабах. Так, патроны мне. А вот, фиолетовый взял. Вот это я забрался. Товарищ Гол тут нас ждет. Так, у нас для гранатомета патронов не очень. Я ожидал, что странник снова отправит тебя ко мне. Посмотри на меня. Я Доминус Красного Легиона, Гаситель Солнц, Разрушитель Тысячи Миров, Победитель Богов и Поработитель Света. Имя мне Гоу. И я стал легендой.
Ну да. Варпа в отроде какой-то, блин. На этот раз ты не уйдешь! Ты. Не буду я с тобой в рукопашку садиться. Нашел дурака. Ваш странник должен был выбрать меня, а теперь слишком поздно. Посмотри на своего мертвого бога. Больше он не спасет человечество. Какого? Гранату я впустую потратил. Что мое по праву? Так, хорошо, отходных путей много больно наделал. Можно свободно перемещаться. Так. Чё-то я хернёй страдаю, мне так кажется. Сраный голод. Аскарида, блин. Они ж червяки какие-то. Странник мне помогает. Заряжаться пошел. Блин. Ну а что делать? Что он делает? Еще. Мне нужно больше. Подзарядился, падла. Тут главное, чтобы не он. А пока еще. Падла. Опять он туда. Я думал, это энграмма. Так. Какой свет у него. Тьма какая-то. Взорвался. Братан. Да. Это я неудачно стрельнул. Тю-тю-тю-тю. Не попадаю. Ничего не знаешь о жертве. Ничего
того, что стоит. Электрический стал, как у меня тут этот. Ё-моё. Драпаем. Он использует силы стражей, блин. Чем дальше, тем круче. Так. Да. Больше нету тут зарядов для меня. Жалко, и гранатомет. Да и... А, нет, гранатомет еще есть, это отрадно. Так, у меня тоже сила есть. Ти-ти-ти-ти-ти, бежим. Блин, он электрический, это как вот тот другой у меня этот страж. Так, патроны бы для револьвера своего найти. Чё меня жопе хватит? Чёрт. Да, тем стражем я легче прошел. У меня там все. Окей, но. Силы добра побеждают бобра, говорится. Гол помер. Все, окей, ну. Что там дальше у нас еще? Я уже забыл. А, ну к стражам свет теперь вернулся, ко всем, да.
живет во всем вокруг и во всех нас. Можешь заслонить его. Можешь даже попытаться запереть его. Но он всегда найдет выход. Окей, но. Мы победили. Закончилась сюжетная кампания. В принципе, как бы сказать, игра. Основная часть только начинается. Тут открывается до хрена всякого контента. Много очень. Кроме того, сегодня какой? 15 или уже 16 число ноября. А 5 декабря уже выйдет дополнение Меркурий. Что-то такое с Меркурием связано. Так что... Ну, я пока видео больше не буду снимать. Подожду, наверное, дополнение. Ну и так... Страйки, которые тут налеты, может, рейд, когда доберусь до рейда. Другие вещи буду записывать, да. Не, игра классная, не самая лучшая одиночная игра, но она и как бы не подразумевает, это не Doom. Хотя, достойно. Мне, например, вот Wolfenstein не очень нравится, но последние два вот эти. Не, Old Blood, я вот это дополнение проходил, ну там зомби просто, я люблю всяких зомби, всякую хрень, ужастики. Это не ужастик, конечно, ну зомби. А эти, как, да. Не, ну может быть, куплю, пройду на канал, вот новый. Я новый не видел даже, не смотрел ни на YouTube, ни сам не играл. А тот предыдущий мне не очень понравился. Я кое-как пол игры смог пройти. Все заставлялся до конца пройти, но никак. А вот этот, да, это намного круче, на мой взгляд. У всех вкусы разные, поэтому я не навязываю, не говорю, что кому-то может Wolfenstein больше намного нравится. Для меня эталон вот для новых шутеров это Doom 2016 года. Вот это да. Так, не будем мы это себя терроризировать. Конечно, интересно титры читать, но нафиг. Пропустим. Тут еще одна заставочка должна быть интересная. После титров. Ну вот ее уже глянем, и тогда будем заканчивать серию. Давай уже.
Такая вот заставка. Это интересно, задел на Destiny 3 или для дополнений задел. Непонятно еще. Насколько далеко они задел сделали. Ну, как говорится, увидим. Тут, если в дополнениях этого не будет, значит, это уже относится как-то к третьей части, наверное. Которая, наверное, не скоро будет еще. Года через 3-4. Ну, что там дальше? Что, куда нам? Рад тебя видеть живым и невредимым, Страж. Я вспоминал о тебе. Буду, что ж ты грузишь столько? Вот, теперь мы можем попасть, как это сказать, в шпиль. Это как вот странник висит, а под ним огромный шпиль стражи в городе. В последнем городе, да. Тут много интересного. Всякие задания, побочки. Но это я уже, если буду показывать все. Ну, в принципе, кто хотел, тот видел уже. Блин, какие доспехи тут у народа. Тут вот... Где, блин, мне больше всего понравилось это? О. Кораблики можно купить. Тут он всякие корабли космические строит. Ну или ремонтирует. Круто, конечно, круто. Какие-то отбойные щиты включить. Хрен его знает, что это такое. А, во. Вот что, мячики. Ну ладно, я думаю, извиняюсь, на такой оптимистической ноте мы закончим сегодняшнюю серию. Ну, по Destiny не скоро, наверное, будет теперь серия, я так думаю, наверное, к выходу дополнения Меркурий. Чудесно, чудесно все выглядит. Увидимся. Пока-пока.